Здравствуйте, видео подготовлено с сайтом onlinegdz.net, номер 1048. Анализируем. Сделаем А. У призмы 2000 вершин. Сколько вершин в каждом основании этой призмы? Используя результат, который мы получили в номере 1047, можно ответить на этот вопрос. Всего вершин 2n. Так как всего вершин 2000, а оснований 2, то чтобы найти, сколько в каждом основании, надо 2000 разделить на 2. Мы получим 1000 вершин. Такая призма называется 100-угольная призма. Существует ли призма, у которой 2001 вершина? Такой призмы не может существовать, так как вершин должно быть четное количество, потому что всего вершин 2 умноженное на n, то есть должно делиться на 2. Вопрос Б. У призмы 33 ребра. Какая это призма? Мы видим, что количество всех ребер должно быть кратно 3. То есть, чтобы узнать, какая это призма, нужно узнать, сколько ребер у основания. А для этого надо 33 разделить на 3. Это равно 11 ребер у основания. А это значит, что это 11-угольная призма. Существует ли призма, у которой 100 ребер? Такой призмы не существует, так как всего ребер должно быть кратно 3, а 100 не кратно 3. Задание В. У призмы 22 грани. Какая это призма? Всего граней n плюс 2. То есть для того, чтобы найти количество граней боковых, а это и будет являться количеством вершин у основания, нужно от 22 отнять 2. То есть это 20-угольная призма. Существует ли призма, у которой 23 грани? Существует. От 23 отнять 2 будет 19. 19 боковых граней. То есть это 19-угольная призма. 23 отнять 2 – 21-угольная призма. И последнее Г. Сумма чисел вершин и ребер призмы равно 25. Какая это призма? Число всех вершин 2n. Число всех ребер 3n. 2n плюс 3n равняется по условию по нашему 25. Отсюда 5n равняется 25. Где n – это количество вершин у основания. Или многоугольник у основания. Отсюда n равняется 25 разделить на 5 – будет 5. То есть призма, у которой количество вершин и ребер равно 25 – это 5-угольная призма. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.